Думаю, что здесь надо будет контроль, и прежде всего общественный контроль, потому что работ очень много, как было высказано уже, где-то есть бордюрный камень, где-то нет. Эти все работы проконтролировать, объемы прежде всего, сверить с расценками, и я думаю, что мы должны получить нормальный результат к осени. 200 миллионов для нашего города – это очень приличный объем работы.